Единая дежурно-диспетчерская служба Ленского района после подведения итогов года завоевала первое место в смотре-конкурсе служб, организованном Главным управлением МЧС России по республике. Из 36 служб муниципальных районов комиссия определила лучшие, действующие в республике. На втором месте оказался Мирнинский район, на третьем – Нерюнгринский. Заняв первое место на республиканском этапе, единая дежурно-диспетчерская служба Ленского района будет представлять республику на следующем этапе в Южно-Сахалинске, который является центром Дальневосточного МЧС России. Среди всех районов республики мы опять заняли первое место, диплом первой степени, кубок первой степени. Это работа в целом коллектива, это не то, что там заслуга руководителя. Это работа диспетчерской, всей диспетчерской службы. Да, это итоги всего года работы. Мы, начиная вот от превентивных мероприятий, где мы принимаем участие непосредственно, превентивные мероприятия – это по подготовке к ледоходу. Потом ледоход, потом у нас начинается пожароопасный сезон, и все идет полностью, все идет через нас.